Хорошие были предложения, но бывший президент отказался. Кстати, очень бы вас попросил, какие бы у нас ни были отношения, если вы его увидите, наверное, увидите в Верховной Раде, передайте ему от меня привет. Да, я Петр Алексеевич вижу постоянно в зале, конечно. Да, ну и вы знаете, что какие бы ни были в Украине президенты, у нас расходились диаметрально позиции, взгляды, но у нас всегда были добрые отношения. По-разному было. И не надо думать, что Янукович был лучшим для меня из президентов. Нет. Вспомните, как Янукович запретил полет моего самолета, когда Чернобыльская была конференция. На него давлянул Запад, прилично надавил, и он пригласил меня, а потом отказался принимать меня в Украине. Поэтому по-разному складывалась ситуация. Казалось, с Виктором Ющенко у нас вообще не сложатся отношения. Ничего подобного. У нас были добрые, очень хорошие отношения. Я не говорю про Даниловича Кучму. Ну, про вашего первого президента вообще говорить не хочу. Человек непонятно как себя ведет, вообще не знает меня практически. Ну, а Беларусь же вроде бы для него советский человек, не чужая. Он позволяет себе подобное высказывание. Не знаю, зачем ему только это. В политике ведь очень важно, если что-то делаешь, то зачем? Вопрос. Я не понимаю, зачем.